Не понравилась песня. В Сургуте в сквере молодежном несколько человек жестоко избили уличного музыканта Владислава Жинжеру. Об этом в соцсетях рассказала супруга мужчины. Она поведала, что вечером в понедельник к гитаристу подошла компания подвыпивших молодых людей. Одному из них не понравилась песня, которую исполнял сургутянин. Словесная перепалка обернулась дракой. Музыканта били металлической цепью. После этого обидчик и его друзья скрылись. Пострадавшего доставили в больницу, он проходит курс лечения. Нападавших ищут, силовики проводят проверку. Смотрите, поступило заявление от жителя города Сургута о том, что нанесли ему побои. Сотрудникам полиции на данный момент проводится проверка по данному факту. Все обстоятельства выясняются. Фигуранты пока не установлены. Полиция занимается поиском фигурантов.